целью стабилизации аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения за 3 месяца текущего года на территории обслуживания межмуниципального отдела полиции Уварски было проведено 6 профилактических мероприятий и 3 массовых отработки. По водителям в состоянии опьянения, по перевозке детей ремням безопасности, пешеходным переходам, а также по мототранспорту и пешеходам. Всего за истекший период пресечено 1860 нарушений правил дорожного движения. В том числе управление транспортными средствами без прав, непредоставление преимущества движения пешеходам, нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Кроме того, это был выезд на полосу встречного движения, нарушение пользования ремнями безопасности и правил перевозки детей, а также не соблюдали правила и пешеходы. Пресечено 52 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения и отказов от прохождения освидетельствования, за что предусмотрено наказание в виде лишения водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет и административного штрафа 30 тысяч рублей. Те, кому не безразлична безопасность на дорогах, о выезде или передвижении нетрезвого водителя за рулем транспортного средства могут сообщить ближайшему наряду ДПС или позвонить по телефонам 8-920-236-11-11 или 02. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона».